Всем здарова, народ! Сегодня мы с вами будем рубиться за замечательную игрушку под названием Need for Speed Payback. И это первая серия прохождения ее. Так, ну что, давайте заводиться. И сейчас газанем как-нибудь, давайте. Я поменял управление, потому что на стрелочках мне еще давно не нравится, конечно. Как 7 лет назад мне это не нравилось до сих пор. 8 лет назад, 6 лет назад вообще. Просто капец, постоянно вот на стрелочках надо было играть. А так уже переключил. Так. Я поставил коробку передач ручную, чтобы нормально подрифтить можно было. Так, нам надо поставить маршрут. Чё, давайте погнали сейчас. Вот так просто 360. Так. Тут где-нибудь сейчас. О, давайте вот тут. Так. Знаете, что я сделал? Я на стрелочке поставил коробку передач. А вот это вот осматривается влево-вправо. Получилось очень, в принципе, круто. Правда, я не могу ехать нормально. На! Просто боком сбил. Столб. Так. На первом такой не буду ехать, если не посмотрю. Так. Узло, кстати, классно, он как обычно играет в Need for Speed, вообще офигенно. Сейчас нам сказал... Ну, короче, давайте я вам объясню историю, вот, которая вот произошла. У нас была сделка, мы украли какой-то дорогой автомобиль, наверное, это спорткар или гиперкар. И у нас украла какая-то женщина. Теперь мы хотим с ней расквитаться, а также мы по уши в долгах. И поэтому сейчас мы будем участвовать в гонках, зарабатывать и так далее, я не знаю... Я не знаю, что дальше будет, в принципе. Ну, вообще, очень большое количество автомобилей. Я ж сам офигел. Правда, я не знаю. Я ж даже ничего не вижу. Давай сейчас дадим газку. Погнали. Ну, я сейчас нитро потратил. На первую все. Так. Трасса в Раствее. Ну что, погнали? Битвы готовы. О, он сказал, да, это профессионал какие-то. Погонять для босса, что? Дать газку. Воу, она чувствует. Давай. Да. Офигенно. Так. Куда они едут? А ну, стоямба. Сейчас всех подрежу. Чего-то не чувствуется, то, что это профессионал какие-то. Какие-то ложки. Я вон даже по правилам успеваю ездить. Ох ты ж! Я бессмертный! Это охрененно сейчас было. Вы это видели, как я с ракой просто все сбиваю? Так. Правда, я не разобрался, где это сцепление. Видимо, его нет в этой части. По сути, здесь прикольнее играть на геймпаде или на руле. Я не знаю, правда, насчет руля. Но, по сути, можно его подключать к пейбеку. Но вообще чуть не сбил. Жарите пыль, он говорит. Ой! Ё-моё, давайте вот просто гнать, потому что вообще что-то мы медленно слишком. Так-то в целом прикольная тачка у нас. Ой! Так. Ой!
Нет! Петух! Джамал! Петух! А ну, иди нахрен! Да, хочешь краску обратно, забирай! Ой, пипец! А какую краску? А, типа, чтобы он меня догнал и урезался? Прикольно. А сколько здесь? Сколько здесь всего передач? Тайлер. А можно мне как-то это... Не поменять? А то ты мне персонаж как-то фигово есть. Да, газу! Но-но! Две минуты! Две... Ну это где-то 4 минуты серии мы потратили. Ноу, да, вот бочком. Не, мод тут, кстати, вот знаете, вот что прикольно, то что здесь вот прям вообще активный трафик, это прям вот охрененно. Тут машины ездят, вот все бочком, короче. Вообще офигенно. Прям тут даже можно просто по правилам гонять. Потому что здесь все сделано идеально. Оп! Оп! Здесь и самолеты, и просто. Это какой-то форсаж. Правда, не знаю какой. Вообще самый крутой видео. Новенький какой-то. Не знаю, как это назвать вообще. Это Need for Speed Payback, ё-моё. И все, больше названия нет. Да, просто бочину прописал. Так, там кто-то меня ожидает. Добрый вечер. Вечер добрый. А, это мне машина? О! Это BMW. Что это за BMW? Это BMW M5? Да, это BMW M5. Ё-моё. Навара, я по твою душу. Ох ты ж как газует, ребят. Сейчас давайте влогом попробуем дать на BMW этой. Ой-ой-ой! Так, да куратор, помолчи. Так, да подожди ты со своей репутацией, мне сейчас надо. Так, месть. Лучшая машина гонка. А у меня какая машина уровня? У меня вот этот подъем спойлера. До подъема спойлера. Подъем спойлера, до подъема спойлера! Ё-моё! Ну что, поехали, короче. Ну а, просто он на первый фигарит. Охренело. А где маршрут? Ты его съел. Ох ты ж. Ах, офигенно. Ах, ах, офигенно. Так, кто мне маршрут съел? Вот, вот это вот я одобряю. Ю-ху! И Марио бьёт! На ББ-ху Е26 какой-нибудь прокачан, вообще там, с движком охрененным. Было вообще офигенно. А так на БХМ 5 тоже прикольно. Принять. Ай, ладно, нафиг. Я отменяю этот маршрут. Еду на этот. Ну, потому что он ближе, как бы. Ну, заработать больше. Заезд на скорость. А, заезд на скорость, ё-моё. Зайди на скорость, самое главное не тормозить. Не тормози, съешь, не буду рекламировать. Эй, чё так?
Ай-ай-ай-ай-ай! А типа на среднюю скорость или на какую? Просто я помню, в Need for Speed Shift на PSP. Там, ну, по типу этого было на общую скорость по радарам там. Ну как, помню, я и недавно играл. Ну и помню тоже. Оп, лимузинчик подрезали. Ой, как офигенно, офигенный выхлоп. Да сейчас еще давайте разгонимся. Какой выхлоп? Ой-ой-ой-ой-ой. Да с ней можно стрелять вообще. На расслабоне с нее можно стрелять вообще. Просто стоишь на одном месте, она за тебя все делает. Там от копов отстреливаться сзади. О, это как обычно, это... 4К картинка. Вот это вот у нас вроде бы украла автомобиль. Вот как обычно, в 8К качестве показывают какие-то мега суперские картинки. Я думал, что он... Ой-ой-ой, подожди! Я еще за руль не сел. Где навар это? Черномара, блин. Иван там боком заходит. Да, мне тоже насрать. Тоже тут король змей. Это я! Всех победи! Ой. Не, ну Бэхим 5 как непривычно. Да, нам босс говорил то, что он будет раскладывать карты, а я всего лишь то туз. Туз-тузик, ё-моё. А, я козырь, а не туз, чё я туплю? Я пиду, я вообще все попутал уже. Я козырь у него в рукаве. Туз, блин, ё-моё. Так, ну мы просрали эту гонку уже, я это понимаю. А ну стоять, обосраны. Вот тут что было. Ай-яй-яй! Я не виноват, она сама врезалась. Эль Коко! Ёлы! Ой, что за имя такое? Эль Коко. Эль Коко. Коко Эль Коко. Да, газу, газки, газку, газку. Бэха М5 вообще прям рубит вообще. Петух вонючий. Стоять! Черная мамба! Ничего не подумается. Это мамба черная. Это имя такое популярное. Да я победил, все уже, пока. Я не опозорился. И тормозим такие в конце. Охрененно. И влетаем в ту машину. Он, знаете, за петуха ответил. А я сейчас вернусь. Сейчас вас всех петухов поперебью. И уже уеду. Даст, даст он мне. На петуха. А, ребята!
Пики, пики! Ребята, куда они поехали? Ё-моё! А у меня на тебя нету планов! Добавлено время! Добавлено время! Не убейте меня, я на Бэхем пятой. Ой-ой-ой. Так она что, под спорт или под дрифт зачем? Мне кажется, под спорт. Ой, это мой город уже. Хе-хе, ё-моё! Ху-ху! На, петух! Че тебя, на! Ну давай, 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 давай. Я скую. О, выхлоп вонючий. Ой, вонючий. Красивый. На. Прошаренный парень. На. А где тебя водить учили, петух? На. Ха, вы это видели? Как он просто налетел на меня. А твой его перекидывать. На себя. На себя. Я уже отрываюсь. Уже. Петух вонючий. На. Ууу, 4К. Во, все, молодцы. Не едьте больше за мной. Я вас прощаю. На сегодня. Ой. На, все, я покинул. Да блин, я думал, сейчас будет катсцена. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Так. Давай вот сюда. Вот так. На, бочком зашли. Жалко то, что сцепления нету. Не, если есть, то напишите в комментариях. Где и как его настроить. Потому что без него угла не дам. Ох ты ж! Да сейчас развернемся тупо. На! Вообще просто столба теперь нету. Давайте погнали. На, вот так вот дал просто два. Ой, тут? Ма, ну-ка цену меня спасла. Карнавале, ё-моё. Куда? О. Город, где риск это иллюзия, а все ставки подставные. Вот чего хочет, и ради этого они готовы на все. Я стритрейсер. Меня это не касается. Кто? Нет, тебя это еще как касается. Еще как. Их главе зовут коллекционером. И у него одна... Коллекционером? Это он тебя надо звать коллекционером, у тебя там столько спорткаров. Ё-моё. Я офигеваю. Лучший гонщик в этом городе. Ладно, мне уже настроили на эту катсцену. А чё они переключили тогда сами? Они меня сейчас будут пугаться. Как он знал, как я их тогда всех попереворачивал. Как старые добрые времена.
Эй! Все вообще можем любого подрезать, но я тут делать не хочу. Има номер ЗЕП-358. ЗЕП! Ох ты ж! Офигенно! Да, смотрите, когда мы эту часть пройдем, мы будем просто на убывание частей уходить. Там, и до моста вон туда доберемся 2000-го года. А кто это говорит? А, я понял, это она там сидит. Это. Вот, все, она пришла с тобой. По твою душеньку. А за что меня-то? О, его откинуло. Да я говорю, это Навара. А, это не. А, Навара. Или как там ее? Вончики нахерен. Петухи. Дом спалили, всех убили и забрали у меня машину. О, он опять это отказал, видимо. Эмбер Велли. Что сейчас, лоурайдер будет? Мбаппа? Ладно, я шучу. Ладно, мне это не понять. Это как-то это, не по-нормальному. Да что? А, резко прям. А, все понял. Да, сейчас. На нахрен. Ема! Это что, машина реально? Прям дрифтом? На! Чтобы вы понимали, сейчас вообще просто пробел не нажимаю. Я сейчас... Ай! И шип тоже. Ема на дрифте. Ребята, просто... Она углом идет. Чего? А, три хорошие дрифта. Селфи с тигром, не могу понять назвать. Ух, я сейчас просто обосрусь от смеха. Сейчас, подожди. Так, давайте еще один. Давайте. Раз, два, раз. О, все, давайте еще один дрифт. На, вот тут, да. На. Пошел идеально. Вот видали? Ё-моё! Все, я научился дрифту в этой игре. Я понял, блин, свою механику. Таката? Номера H5H Тигр? Ребят, давайте сейчас движок разогреем. Ладно, я шучу, он тут не разогреется. Ой-ой-ой! Ай! Интересно, разрушается машина? Лондон!
серьезный парень, прям. Прошу, не надо. Ты поэтому и приехал в Америку, скрыться от криминального прошлого. Что? Да нет. Так, давайте лучше сугод. Фух, так, что-то я реально молчу, мне нечего говорить, потому что реально прикольный. И Мари, блядь. Тут типа каждая машина затюнена либо под дрифт, либо под спорт, либо под классику. Ну, на классическое движение. Это именно под дрифт, я это вижу. Потому что ее от каждого угла вообще дрифт несет. Дрифт трейл. Ну что, погнали! Газуем! Сейчас будет круто, Тим. Смотри, не страшни. Ты шутишь? Я же в гонки постоянно играю. В гонки постоянно играю! Это не так круто, как я думал. Я только начинаю, знаешь? Давай, ребята, угла. Давайте. Нет, я этого не видел. Погнали еще. Я уже вошел. Ну а вообще, вы понимали, я сейчас шиф не нажимаю. Вот давайте сейчас газанем. Его, ребят! Оно просто все время идет боком. Ема, ребята, это чё, собачка? Фу! Ребят, правда, это не видно. Но фу, да. Звук идет. Не знаю, как у вас, но для меня он прям очень сильно идет звук. Нет. О, сейчас пойдет снимать, как он блюет. Глой район, там Rockstar Hills или что-то там. Наподобие. Ой, ма, это аудишка. Ну что, сейчас на ауди поеду? Это вот все главные персонажи, которые были. Давай. Да мы все сможем, ё-моё. Сейчас я газану только. Да отказайте. Просто, боже, думаю, как газану. На меня? А зачем нам к доктору кого-то везти? А, тебе ранили Джимми какого-то? Немного? Тут какой-то пацан кровью изливается. А ты немного? А, это за нами, ограбление было, видимо. А ты, вы видели, как он говорит? Наверное, вам плохо, конечно, слышно, но он говорит прям вот спокойно, не как будто он ранен. Реально прям спокойно. Нет, без меня. Я не плачу. Ой. Да, но. Чё? Доберитесь до убежища.
Не, давайте. Черный Ауди! И все, ребята. На таких черных Ауди по городу гоняет. Миллионы, миллион, миллион, миллион черных Ауди. Гоняет по городу, городу, городу. Ладно, я шучу. Это единственное. Ауди гоняет по городу. Под 200. Так. Он как будто с него говорит, он сказал, в этот раф, раф, реально. Либо это с переводом проблем, либо просто послышалось. И мам на Ауди просто гонит. Я Адам с 13, я уже в пути. Да мне пофиг. И мам такой черный экран, как будто едет. И сейчас надпись такая, провалена. Не, потрачено, во. Ай, петух! На! Ай, петушара! Вонючая. На. Потанцуем! Ай-яй-яй-яй. Ребята, танцуем. Нет, я не на ходу. Вы видите, то, что я какаю уже. Я не на ходу. Я дрищу. Я дрищу. Эта машина дрищит уже. Да я шучу. Она вообще пипец. Давайте выхлоп посмотрим. Че по выхлопу? Ема, выхлоп, выхлоп! Нахлопучу сейчас! Бинану! Давай! Петух! Не догонит! Нас не догонят! На! Ай! Петушара! Да я не шел на столкновение, то он пришел. Вы видели, куда он поехал? Он там даже не притормозил. А что думал, что я точно такой же петух пойду в дом? Ай! Моя срака! Но! А! Чё? А-а-а-а! Всё, понял. Извиняюсь, ребят. Просто... Вот моя проблема вот всегда была в Need for Speed, это вот эти вот блокпосты вонючие. Ненавижу их. Да блин, мы не успеваем. На! Дай мне повернуть! Повернуть! И мама у меня вся машина ободранная, обосранная какая-то. Хорошо, что стекла еще не взорвались. А чё они не открывают огонь? Они должны по колесам. Нет, ну в Америке они бы уже стреляли бы в человека. Лишь бы его задержать. Ну, видимо, здесь какие-то плохие копы. Недоделанные. О, все, прошли. На нафиг. Ой-ой-ой, жалко такая. Ауди это. Мне Ауди жалко. Реально пострадала. В битве. В битве пострадала, прям, ну, вот, серьезно. Мне кажется, в принципе, сейчас вот уже можно заканчивать эту серию. Она получилась и так достаточно сильно обширной. И вот как-то так. В следующей серии мы уже будем обдумывать план. Ну а так-то, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарий. Всем пока-пока! Пудыщ!